Короче, мы сейчас продолжаем объезжать озеро, просто тут кольцевая дорога вокруг всего озера, прямо вот по кромке этих скал. Мы приехали к огуречкам, и огуречки — это пинаклс, это такие образования, которые образовались из пепла и газа. И вот они выглядят вот так, очень-очень странно, конической формы, но такие достаточно остроконечные. Там еще какой-то ручеек можно увидеть, это, видимо, подтаявший снег до сих пор тает. Я узнал, как они образовались. Давай. В общем, это был очень толстый слой пепла, прям вообще там, ну, 50 метров. И, короче, ну, эрозия, там дождь капал, и, в общем, вот они так образовались. Ой, мне показалось, это не собака, это медведь в ошейнике. Саш, видишь? Да. Похоже. О, смотрите, блэкбир. Блэкбир в ошейнике. И собака. Маленькая. Еще хотела вам рассказать свою боль и печаль. Вот как вот тут? Это нормально? Вот я сейчас шла, чуть не оступилась, а там все пропасть. Все, поползли, покатились. Ужас на самом деле. Никакого, даже веревочки не повесили никакой. Хотя что нам эта веревочка? Она все равно только спасет. Короче, мы ничего не хотим делать. Мы не хотим идти ни в какие трейлы, потому что у нас четвертый день это трейлы, и у нас все тело болит. Мы сегодня спали 11 часов. Мы столько вообще не спим никогда. И мы так поняли, что, видимо, наше тело физически просто устало. Просто организм говорит, я не хочу. Там, я не хочу, мне, да, я никуда не пойду, сиди дома, сиди, спи в палатке, трейлов, никаких трейлов, да. И все, мы сегодня вообще никуда не хотим идти, у нас все болит. У нас болят ягодички, лопатки, у нас болит спина, у нас болят ноги, руки. Вообще все. У меня даже пресс болит, если честно, потому что все равно ты поднимаешься, ты куда-то идешь постоянно, это... В основном ходьба по трейлам, она непрерывная. Здесь есть какой-то трейл, он 4 миля. 4 мили это... 0,4. А, 0,4? Так пойдем сходим. Я уже думала, все, 4 мили. Думаю, ну мы не доползем. В одну сторону, в другую, все, капец какой-то. Я даже 0,4 не особо хочу. 0,4 мили это получается... 0,6 километров. Ну даже по боли. 0,7. Ну, а это типа кольцевой раунд-трип или нет? В одну сторону. Не, уже многовато, уже больше километров получается. 20 минут ходить, между прочим, как минимум. Саша, это не наша тачка там орёт? Саша же вообще пофигу, он просто идет вперед такой, типа, я не буду заходить даже на смотровые ни на какие. Ущелье? Капец, какое здоровое. Круто. Реально круто, вы посмотрите на это. Такой мелкий-мелкий песочек. Мы чем быстрее придем, тем быстрее уйдем отсюда. Не на жизнь, а на смерть. Мы проходим этот трейл. Мы дошли до конца трейла, и он нам не понравился, потому что все самое интересное мы увидели в самом начале. А дойдя до конца, мы обнаружили, что ничего нового мы не увидели. Нас такие трейлы не радуют, которые нету там никакой вишенки на тортике. Там ну, просто короче, вот... просто тут вход в национальный парк, и типа, ну, дальше он продолжается, ну, куда-то можно пойти в лес еще. Нам еще надо на цветочную поляну сходить. И еще на какой-то трейл, а мы вообще просто не можем уже. Еще мы пришли к Castle Trail, или как-то он так называется. Короче, это трейл, где очень много цветов. Они горные, необычные, здесь много разных ручьев, летают бабочки. Короче, красота, но мы уже замучились и отправляемся дальше. Эти цветы дикие, прям как Саша, дикий цветочек. Ладно, цветы дикие, ну, типа, горные. Ой, еще смотрите, какой красивый камень. И сделаны вот такие тропинки, дорожки. Короче, в принципе, здесь очень мило и красиво. Но трейлы небольшие. Может быть, это и плюс. В целом остались довольны этим местом. Если вы проезжаете мимо, то обязательно загляните, потому что такой голубой воды, как здесь, вы не увидите нигде. Просто я вам это гарантирую на 100%. Если вы хотите вулканическое озеро с кратером, наполненным водой, то это место определенно здесь. Вы останетесь в шоке. Но достаточно однообразное место. То есть вы проезжаете по... кромки кратера, и ну вид плюс-минус одинаковый везде, то есть как бы да, разные углы обзора, но как бы здесь сама фишка, сама изюминка — это озеро, поэтому
как бы ничего нового придумать не смогли, скажем так. Вот, здесь даже ездит такой, типа, специальный, если вы не хотите ехать на машине, например, здесь ездит такой вагончик, типа автобус-вагончик, который перемещает вас по ключевым точкам. Место клевое, советую. Увидимся снова, пока!